В Малиновском районе детскую площадку хочет снести соседка. Женщина уже обратилась в суд. Тем временем она ведет незаконные ремонтные работы своего жилища, говорят местные. В ситуации разбирался Павел Репин. Лазарева, 21. Недавно здесь облагородили территорию и установили детскую площадку. Жители дома радовались недолго. Единственная зона отдыха мешает соседке. Мало того, что эта женщина работает в лагере «Виктория», то есть она работает непосредственно с детьми, но сегодня как-то она выбрала такую позицию, что она категорически против детей, и она хочет сделать все возможное, чтобы эту площадку снести и ставить здесь свою машину. Женщина подала в суд. По ее словам, детская площадка закрывает ей солнечный свет. На этом месте был мусорник, ужасный мусорник. Здесь шприцы валялись везде. Здесь просто был, ну я вам уже говорила, притон наркоманов. По словам других жителей Лазарева, 23, возмущенная женщина проводит капитальный ремонт квартиры с целым рядом нарушений. Как говорят соседи, она незаконно провела к себе газовую трубу, пристроила балкон и прорубила непредусмотренный по плану дверной проем. Проверку мы проводим, свои запросы уже направили в соответствующие департаменты. Ответы мы ожидаем, решение по данному вопросу пока что еще в процессе. Эта площадка для некоторых детей – единственное место отдыха на Молдаванке. В доме проживает несколько малышей с особыми потребностями. У меня ребенок необычный, у меня ребенок инвалид, она с необычной внешностью. И детки сейчас жестокие. И так как у нас здесь двор закрытый, у нас есть детская площадка, детки здесь все сплоченные и есть здесь есть с кем играть, в отличие от остальных площадок. Судьбу детской площадки решит суд. Ближайшее заседание назначено на 8 сентября. Павел Репин, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.